Московская автостанция «Теплый стан». Именно сюда приходят рейсовые маршруты с южного направления России. Именно сюда чаще всего привозят тех, кто по разным причинам попадает в рабство в республиках, где этот бизнес процветает. Дагестане, Чечне, Ингушетии. Белорусов, которые несколько месяцев бесплатно проработали на кирпичном заводе в Кавказской республике, тоже везут сюда. Билеты на самолет или поезд для них оказалось купить невозможно. Ни у одного не было документов. И о прибытии.